Доброго времени суток, уважаемые друзья! С вами снова Перпетум или же Александр. И сегодня с гордостью я готов вам представить мод, который будет полезен 99% жителей нашей планеты, планеты Земля. Конечно же, друзья, вы, наверное, уже догадались, ведь почти каждый человек не представляет свою жизнь без музыки. Музыка прекрасна, музыка чудесна, музыка вдохновляет, музыка помогает жить. И все должны слушать музыку. У каждого свои музыкальные предпочтения. Но почти всем, к сожалению, далеко не всем, хотя нет, далеко всем, но практически не всем, некоторым людям все-таки музыка не нравится. Это странно. Но мне музыка нравится, и поэтому я стараюсь слушать ее везде и всегда. И даже в Майнкрафте теперь я смогу слушать музыку. А как вы знаете, друзья, мы постоянно пытаемся приобрести себе хороший плеер, хорошую акустику, чтобы музыка была качественной. И сегодня в Майнкрафте я покажу вам новый музыкальный аппарат, который позволит вливаться музыке в ваши уши с двойной силой, с улучшенной силой. И я представляю вам... Ага, да, не так уж круто это и выглядит, как я себе представлял. Но, по-моему, все-таки классно. Давайте попробуем вставить пластинку. Ничего себе! Это напоминает некий граммофон. Один из плееров, которые были в 20 веке. Ничего себе, да это круто, и мы слышим музыку. И анимация вроде классная. Все очень круто, посмотрите, она крутится. Это просто невероятно. Как же пластинка может крутиться? А вот так, видите, она крутится. Давайте нажмем правой кнопкой. О! Оп, и выпала пластинка с чудесной анимацией. Надеюсь, вам понравился этот мод. Но, конечно же, какой же обзор модов без крафта? Давайте перейдем к крафту. Крафтится этот граммофон, назовем его так. Очень просто. Для этого понадобится 3 куска дерева, 1 редстоун, 1 железный слиток, 1 алмазик и 3 стеклянных панели. Получается вот такой вот Rich Record Player. Ничего себе! Он еще написано, что записывающий, но, к сожалению, он ничего не записывает. Только проигрывает музыку. Так что, друзья, наслаждайтесь музыкой всегда и везде, даже в Майнкрафте. Устанавливайте этот мод, по сути он не несет никакой технической нагрузки, но эстетическое удовольствие вы все-таки сможете получить, ведь всегда приятно получать музыку в должном виде. А с вами тем временем был Перпетум или же Александр. Большое вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, очень прошу, это очень мотивирует. Если не понравилось, не ставьте, это ваше право. Удачи вам, счастья, музыки, до новых встреч, пока!